Да я думаю, ты успеешь. Вряд ли. Я даже особо не понимаю, куда я еду. Не, не успеваю. Мне придется греться. Ну, ладно, погрейся. Есть еще делать-то? Да, вроде бы. Да, есть. Спирала. Не, я, блядь, хз вообще. Ну все, останавливайся, грейся. Останавливаюсь, сейчас мне нужно. Быстрее, бля! Надо было сразу его смастерить, чтобы потом так просто. А у меня. Фу, 12 дерева. А я не греюсь. Я не сейчас, греюсь. Сейчас, немножко. Нет, я не греюсь. Стой возле него, он не сразу просто нагревается. У меня уходит ХП. Да, ну подожди, прогреваешься. Он не прогревается. Он не сразу становится теплым. Так, покажи, где ты находишься пока. Ну, я сейчас подохну. Ага. Не, он не прогревается. Ну мы как-то выжили. Ну все, я сдохла. Пиздец, нахуй. Не здесь. Вот здесь. Нет. Опять переключился, что за фигня. Блять, теперь даже не знаю, куда идти. А, ну я не смогу сейчас дойти, дубак. Я сейчас буду умирать. Собирай эти на берегу. Ветки? Смысл, блядь, если костер не прогревает? Какой смысл собирать, блядь, ветки? Надо два костра или три. Ну, тогда может быть. Три, да, три прогревает. Но просто один он долго прогревает. Блять, я теперь даже не знаю, где я. Да не бегай пока. Возле берега там что можешь собери. Блять, я даже не знаю. Теперь мои кони, блять, их даже не найду. Нахуй я их приручала, блять. Так всегда приручишь, блять, и через секунду сдохнешь. Пиздец, чара светет. Надо было, блин, сразу костер делать, не бежать к тебе. Надо было сначала одежду сделать. Ну, я теперь даже, блядь, не знаю, где коней искать. Охуенно. Блин, давай ночь, заканчивайся быстрее. Ладно. Так, ты была где-то... Там. Блять, он не прогревает этот костер, блять, ебаный. Сейчас уже будет почти утро, хоть. Чуть-чуть не добежала.
Ты говоришь, у тебя кожа есть, да? В коне красном. Угу. Так. Сделай мне шмотки. Сейчас мне нужно будет один уровень апнуть. Так, какой у тебя уровень? 14. Mm. Как ты быстрее меня апаешься? У меня 12. Потому что ты пока ходила, бродила коней, искала. Вот. Я близлежащую округу собирал понемногу. Так, скажи мне, пожалуйста, твой конь Эквус, да, будет? Или твой конь-конь? Мой конь Эквус. Я почему-то не могу переименовать его. Красного можно переименовать, а вот этого нельзя. А вот все, могу изменить имя. Так, я могу его пока угнать, да? Мне попить просто нужно там. А, нет. Давайте я сначала отведу туда, куда... Так. Можно мне еды? Да, да. Ты всю баранину зажал? Нет, я ее там оставил. Там оставил? Я зачем? Я только одну съел случайно. Так а зачем? Ну, в смысле, я имею в виду, почему ты другие не ел? А, ну у меня просто есть, что было с собой еще. А чего у тебя так много еды? Почему не могу... А. Так, конечно же, мы качнем ему вес сначала. Ты можешь, кстати, не пить, а просто конем побить эти штуки и выпить из ягод, сидя на коне. Не, мне нужно будет еще... Набрать. Ладно, пока ты стоишь, да, я еще наберу. Все рассвело. Тепло? Нет, не тепло. О, здесь эти... Что-то лежит, из которого из чего можно кожу добыть мертвая. Ну, добывай. Сейчас. Так, 7. Все. Тухшего мяса дофига. А, это там. Угу. Нифига, конь так, ну, летит с такой огромной высоты, не получает урон. Да, конь, блин, в 500 раз лучше этого. Кого? Как эту утку, блин, сраную зовут. Паразауролов. Лучше, чем паразауролов собирает ягоды в миллиард раз. Mm. Он просто бьет по площади, получается. А паразауролов... О, смотри, еще одна фигня лежит. Вижу. Там кожи с нее, конечно, не очень много. Ну, хоть какая-то. Чем киркой кожа? Кожу топором. Нефть мне падает. Да мне тоже. Кератин. Ну да, была такой же. Так, качаю. Последний раз скорость передвижения. Все. Пошли.
Это хрень неубиваемая. Она, да. Блин, я по гаче попала, сука, блядь! Еще не вылезти из этого гача, срано. Блядь, еще коня, сучара, начинает бить, блядь, минус конь. Блядь, заебали! Ёбки, блядь. Беги за мной. Налево. Налево. Все оторвалось от этих долбоебов. Развернись. Блять, меня так нормально приложили. У меня еще один удар, и я бы сдохла. Развернись. Ну, развернулась, что дальше? За мной беги. О, там кожа. Там кожа. И развернись. Давай сделаем одежку, все, все, все. Так сюда приди, видишь, там кожа. У меня все там лежит. Я жду, когда ты просто за мной пойдешь. Побежали сюда. О, это же мой конь. Какой твой? Который ходил, которого я пыталась приручить. Ой, боже мой. Еще подожди, Сека. Прям специально сейчас подбегу и его ударю. Мне холодно, я замерзаю. Я тоже. Блин, я сейчас сдохну. Не могу сесть на коня. За мной беги. Мы успеем? Ну. У меня, смотри, хп осталось сколько. Успеем. Вряд ли. Не успеваем. Придется успеть. Ты скоро скачал, да? Нет, я просто прыгаю. А он... Ну, скорость, да, тоже ему подкачала немножко. Я не успеваю. Я сейчас подохну. Ты где? Я здесь. Ща. Где костры? А, вот. Нет. Вот. Иди. Видишь меня? Да. Ща разведу. Только побыстрей. Не. Он быстрее сдохнет, чем прогреется. Все, прогрелось? Вроде да. Ой, блин. Так, хорошо. Я как раз апнулся. Сейчас я сделаю кожаную одежду. Тебе, по крайней мере. Чтоб ты в погоне за конями. А почему у тебя фулл хп? У меня не фулл хп. В погоне за конями. А сколько тебе кожи? Блин, у меня так кожи до хрена было в коне. Сколько тебе надо кожи? Вон, ну, 69 кожи лежит в коне. Сейчас я все сделаю. Не... На два комплекта хватило. А шапка? Ну подожди, это крафтится. Блин, ну... Спасибо. Пожалуйста, как ты еще выживаешь? У нас сейчас основная проблема будет, это, ну, не то чтобы основная проблема, а большая проблема — это ориентация. Поэтому ты, когда что-то делаешь,
Ориентируйся еще на местности в плане, запоминай, где что. Ну, тут тяжко, тут все одинаковое. А вот нифига, я ж тебя нашел. Ну, потому что ты хорошо ориентируешь. Где мой конь? Я теперь потеряла. Потому что не туда побежала. Я не понимаю, куда мне надо бежать. Потому что ты побежала не туда. Вернись обратно. Тебе тот конь, который ты сказал, о, это мой конь, да. Слезла, потом я замерзаю, залезла да. обратно. А где он? Вернись ко мне. Вот сейчас у меня конь перестал ехать. Ой. Он ходит прямо здесь рядом. Где? Возвращаюсь. Где? Рядом я не вижу никого. Ты меня видишь? Нет. Ты отъехал на... Я не вижу тебя. Ты меня спросил, ты видишь меня? Я говорю, я тебя не вижу. Блять, вопросы. Какие? Вот теперь вижу, потому что у меня, блядь, только сейчас прогрузилось это говно. Все, направо поверни. Вот вниз спускайся туда. Вон дерево, видишь, прям между. Направо еще возьми. Вот прям куда смотрел, вот туда и беги. Вот прям вот так беги. Направо еще. Не наискосок беги, а прям вот как ты вот. Вот так? Да, вот просто W жми, и вот куда смотришь, туда беги. Тут нет коня. Есть. Это не мой, это какое-то говно ходит. Это тот самый конь, которому... А, да, все, вижу, не ори. Я не ору. Вот ты любитель поорать. Вот ты любитель поорать. Так, конь. Стой. Можно стой? Ты уебал? Так, нам сейчас... Что сейчас? Ага. Я думал, здесь или ближе... Вон тот оазис, наверное. Мы к нему переедем, давай. Блять, что ты меня пугаешь? Чего? Ну ты кашляешь и пугаешь меня. Ты не кашляешь и пугаешь меня. Ты вообще всегда пугаешь меня. Я не могу коня приручить. Он почему-то убегает. Блин, тварь тупая. Мне нужна маскирующая броня. Из листиков. Из листиков. Но она там на 150 уровне открывается только. Интересно, куда он в коня складывает вещи? Ну, если конь без седла. Ну как, куда? Ты знаешь. Нет. Да блядь, ну чё такое? Я не понимаю. Я немножко смещусь ближе к тебе, наверное. Угу. К тому месту. Угу. Чтобы быть поближе к воде, это раз. Угу. Во-вторых, просто ты это место, может, хоть мимо проезжать не будешь. Такое озерцо. О, здесь еще коник. Там единорога не видел? Он просто ко мне подходит, меня не боится. Почему? 14 уровень. А, я понял, к нему когда сзади подходишь, он начинает бояться. Нет, к нему с любой стороны подходишь. Не знаю, он спереди подошел ко мне нормально, а когда я сзади встал, он убежал. О, еще один здесь бегает. Так, конь, ты стой здесь. Лол.
Застряла? Ну, конь застрял, и он, ну, он, по идее, должен был меня сбросить. Все, сейчас сбросит. Нет, не сбрасывает. И что мне теперь с ним делать? Он просто меня теперь катает на себе. А что мне теперь с ним делать? Эфка не работает? Эфка? Ну, нет, приручение. Не, не работает. What the f... Кого он бьет? Коня твоего. Это не он бьет. Это... Пегамастакс бил кого-то. Что? Так, ну, ладно. Блин, какая-то вообще... Что происходило? Так, ладно. Куда? Я потеряла коня. А, вот он. Мне нужно дерево. Что вообще происходило? О, все, конь. Может, реально надо спереди подходить? Может, ты прав? Ну что, попробую ему спереди подойти. Блять, да какой там, блядь, плавал, естественно. Ну, управлять. Ой, какой зеленый конь ходит. Уродливый. Так, я походу вернулся туда, где мы подыхали от холода. Да. Господи, конь до сих пор успокоиться не может. Так, что мы сейчас будем делать? Задай мне цель. Сейчас можно я коня приручу, потом спросишь меня об этом. А, ладно, я тогда... Мне нужно печку поставить тогда. До металлических нужно дойти. Странно. И как, что с ним делать? 20 уровень нужен. И что делать-то, ну? Что теперь делать? Я не знаю. Я их не приручал, поэтому... Я что-то сама не знаю, что делать-то. Ну, он едет на нем, а и что мне делать? Ну, хорошо, что он в камне застрял. Он встал. Он... скинул меня. Блядь. Короче, ладно, надо другого коня найти. А зачем тебе еще один там? Я хочу лучшего. Ладно, этот 42-го. У меня мой конь убежал, короче, за ним. Потому что чувак меня стукнул, легнул, и мой конь. А у тебя что, агро стоит? Ну, вообще нет, я ему поставила не агро. Поведение, а. Атаковать вашу цель. Нейтральное все. Ой, блин, дилофазавр. Ладно. Чуть два ящика здесь делают. Чё в ящиках? Ого!
Да, кстати, надо туда съездить, забрать все дело. Можешь сразу забери там. Угу. Если я довезу. Довезешь. Не довезу. Ну, хоть что-нибудь просто забери. Мой конь теперь еле двигается. Что можно выбросить из коня? Камни. Ты где? Скажи примерно ориентиры. Так, я... Блин, какой-нибудь ориентир нужен, чтобы тебе... Я, в общем, практически там, где ты не добежала на конях. Чего? А подожди, ты там умерла? А, да, умерла. Короче, беги вдоль берега. Да, вот так. Дальше моста, и вот за этой горой. Ага. Вот этот золотой луч, я вот здесь. Вот смотри, видишь, вот луч. Ага. Ой, вот ты отсюда выбежишь. Я поняла тебя. И вот здесь оазис такой. Хорошо. Ну-ка, зеленый конь. Экус пятого уровня. О, здесь и картошка есть. Тебе нужен еще один экус пятого уровня? Нет. Ладно. Нет, так нет. Ну, может, на мясо посгодился. Атаковать вашу цель. Пассивная. Лучше не... Опять, почему мне переключается на вид... Не знаю. Третьего лица фигня какая-то. Угу. Пугливая тоже не нужно. Нейтральная. Не, пугливая не надо убегать. Я нейтральная оставлю. А нейтральная, но он все равно атаковать будет. Нейтральная, он будет атаковать только когда его пнут. А пассивная, он вообще будет стоять и, ну, столбом. Ну ладно, пусть будет. Так. Действие. Изменить имя. Мы его назовем. Пусть будет Ржака. Что за параша? Это у тебя какого он пола? Женский. Отлично, у меня мужской. Сейчас конёнка выведем. Опа, конь красивый какой. Дерево солома. Солома. Дерева нет. Так, ну вот я вышла дальше. Ты где? А, вон вижу твою. Да, сюда. Цель. Сейчас придумаем цель. Я не знаю. Ну, прижимаешься. Я не знаю. Так, стой, не садись пока на коня. Что-нибудь делай другое. Мне он нужен. Блядь. Че ругаешься? Меня за соломой просто нужно съездить. Да. Или у тебя есть. Хотя нет, за соломой уже не нужно.
Ладно, просто... не надо. А, и... стой, на, вкинь в ящик вот это вот, смотри. Ну, сейчас тоже скинь сама. Вот, я... блядь, у меня просто конь убежал, за которым я охочусь. И я не смогу. На, подбери, выкинь, я тут, тут здесь. Тут минута у тебя будет. Вот это выбросить. Все. Блин, у меня срок конь перегружен. Блять, я набрала. Так, а куда ты накидала их? Ну, возле ящика кучи и накидала. Собирай. Ты в коня все перекинула. В какого? Потому что возле ящика ничего нету. В какого коня, блять? У меня и так в коне все было. Ну, я не знаю. Но из коня ничего не выкидывалось у тебя. Вот, вот. Теперь выкидывается. Это, наверное, мужской. Блин, это тоже мужской пол. Почему он не приручается? Я не понимаю. Блядь, короче, Вики. Я не понимаю, почему он один раз он жрет эту морковку, второй раз не жрет. В чем, блядь, проблема у него? Так, это ты привезла из этого, из того ящика, да? Который там, где мы подыхали, замерзали. Да, и все оттуда выгребло. Так, мне нужна солома. Хорошо. Здесь пока деревья валить не буду. Здесь картохи дофига. А, понятно. Чё? Ясно, что надо делать. Что? Мне ещё такое. Блин, у меня было почти 80% в прошлый раз на приручение. А что, что, скажи мне? Ну, нажать кнопку кормления. Блин, у меня еще один точно такой же. Но он мальчик, а мне нужен не мальчик. Ну какой конь красивый. Смотри. Где? Вот я про него тебе и говорила, что он красивый. Пойду, короче, его приручать. Так, а ты где это увидел красивого коня? Он бежит как раз прям в оазис. Вижу. Блин, ты его напугал. Ну и нахера ты это сделал? Где он? О, все. Тупой конь. Давай я свою ржаку буду качать в этот в вес немножко хп, а потом мы их спарим. Да нет, мне такое не надо. Я хочу себе крутого коня, мне не нужен конь с весом. Ну ладно. Сейчас я найду какого-нибудь еще одного. А какого он был уровня, если он быстро за одну морковку приручился? 5-го? Фу! Ты про зебру? Да, он женского. Мне не нужен женского пола 5-го уровня, он бичевский. Блин. Ладно. Блин, у меня целый табун. Ну, если что, пойдет на мясо. Блин, ладно, мне нужен нормальный еще конь. Ты хочешь вес, качай вот эту фигню?
Ты еще своему коню вес не качал? Качал. А, уже качал. Ну, хочешь еще одного коня для веса дам? Ну, поставь его там, не откажусь. Поставить где? Ну, в этом, в оазисе. А, в оазисе. Нам нужна труба подзорная, потому что, блин, на рандоме этих коней с бичевским уровнем собирать такое себе. Я хочу нам просто побольше уровень коня. Так, есть солома. Конь-то где? Там у нас в оазисе деревья, тогда не руби пока. Конь потерялся. Застрял. Еще один конь. Бля, эти кони капец как теряются. В плане теряется. Ну вот я потеряла еще одного коня. Вот где он, блядь, теперь? Ну, которого я приручила, он где-то ходит. Ну. Он застрял в камне. Ну все. Блин, блядь, нашелся. Прощай, конь. Что делаешь? Ты его убиваешь, что ли? Нет, я пытаюсь другого коня приручить. Бля, это 14-й, мне он не нужен. Нет, того 42-го. А, зеленый тоже 5-й уровень. Блин, было же, помнишь, куча-куча этих коней. Динозавр. Так.
Ремесло, шкаф, нужно волокно. Там когда можно перерыв сделать? Перерыв? Через 20 минут. Как себя чувствуешь, кстати? Не очень. Плохо чувствую себя. А где? Ты же 100-500 коней же ведь приручила. Угу. Украл морковь. Отдай, тварь. А он без сознания. Ну что, я тебя добью, тварь. Так, нам кожа же нужна, да? Кожа нужна. Блин, мне какашки с неба прям на голову сыпятся. Что у нас здесь есть? Ясно, понятно. Я уже заблудилась опять.
Ну, ты помнишь примерно квадрат, где это все находится, так что... Так, вот это, да? Вот здесь? Оазис? Да. Я здесь пока остановлюсь. Надеюсь, здесь никаких хищников нет. Так, и... А чё ты здесь не сделал? Ладно, ща. Чего? Сделай этот костёр. Деревоканинка. Коня можешь белого забрать, если тебе понадобится. Блин, мудак, у меня стрелы забрал. Ну, и? Конь, ты задолбал. Ой, не все правильно, киркой. Киркой у меня же из камня вышло больше камня, чем кремня. Рандом? Нужно одно дерево. Ну. Не, коня, он ржака у меня стоит в этом. Нейтральное, но он, блин, атакует все равно. Тогда поставь пассивное. Или может. Чтобы вообще не атаковал никогда. Хотя, ладно, пусть нейтральное. Возможно, просто по нему его задело. Сейчас отойду на пару минут. Угу. Сейчас мы сделаем плот. Нужно волокно. Хорошо. Чего не хватает? Блин, волокна.
Какие цветы волокнистые, блин. Больше 3 раз собрать можно. О. Выносливость пока еще. Сделаем пока что так. Oh.
Сейчас мы это немножко перетащим. Сейчас дерево наберем под это дело. Ну, может быть, будем немножко уже в других местах. Как-то так, ты говоришь, белого коня можно забрать, да? Да. Зебру эту. Угу. Полотно дерева салона. Полотно дерева салона нигде нет. Что там ищешь? Солом. Светает. Солома. Ясно, короче. Камень, кожа.
Ты какого уровня? Сейчас посмотрю. А что ты сейчас делаешь? Фундамент хочу поставить. Уровня я 15-го. А ты? 20-го. Ну, ты пока отходил, я здесь немножко побегал эти деревья. Так, я просто хочу поставить наркотики, крафтиться, пока там мясо не стухло. Там 4 стака по сотке. И наркобери не пропали. И мясо. Место освободить. В ящиках. Плод делать будем? Да, мы хотели выжженную землю, только нам тогда может получше. Быть, так, шмот. Тогда, может быть, подожди, ты уже поставила этот кого? Фундамент? Да. Ладно. Да не страшно, что... Просто... Знаешь, куда беги? А, ты уже даже здесь это поставила. Беги от оазиса ровно на юг. От оазиса ровно на юг? Короче, вниз по карте прям беги. Вот туда. А что там будет? Все деревья поломала. Вырастут. Мне нужны наркобери. Вниз туда? Да, вот, вот туда беги, где причал. Видишь причал? Да, ух вот, ты. Вот беги туда. Прибежала? Бегу. Так, все отлично. Я просто сейчас плод скрафчу. Тогда... Стой на месте. Угу. Ой, а ты уже крафтишь? Угу. Все. 46. Так, куда я дел? А где плод? В инвентаре? Может, в коне? Если в коне были шмотки, то... А, вот он... Поставился. А. Почему-то. Ха. Я не увидел. Ну, в принципе, даже здесь даже лучше. Угу. Обустраивай тогда плод. Да, я вот как раз сейчас хотел. Да я не знаю. Вот смотри, челик. Тонет. Мой-мой. А, я думал, это ты причал поставил. Нет, что? Мне не хватило бы ничего. Красивый такой причал. Сейчас я поставлю. Дно такое пустынное вообще. Хоть бы хоть какой-нибудь цветочек туда посадили. Такая пустота. Я, конечно, не требую как бы сабнатику от этой игры. Пойду тогда за наркобери, заберу их. А эти наркотики. Thank you.
Так, мне, в принципе, нужно теперь куча дерева. Соломы и волокна. Так, белый конь с тобой, да? Нет. А где он, в оазисе? Да. Хорошо. Вообще, я тоже в оазисе. Ты забрала весь этот? Кого? Норкобери? Из шкафа. Там было, блин, чуть-чуть. Я просто хожу... А что, тебе норкобери нужны? Не, просто... Не, я хожу, сама добываю их вообще-то. Не, сам норкобери мне не жалко. Я имею в виду, что ты вот оттуда забрала, просто спросил. Ну, что с ним еще делать? Так, Экус, давай-ка ты, наверное, в вес пойдешь. Будешь за ржакой бегать. Ты сейчас уедешь? М? Ты сейчас уедешь? Куда? Ну, я тебя спрашиваю, ты будешь сейчас уезжать или останешься в оазисе? А, ну, я за деревьями, если они рядом будут. Так что, не знаю, скорее всего уеду. А что, поехали? Коня вывезти хочу. А, коня вывезти хочешь? Угу. А, тебе, тебе кто нужен? Мой? Ржака? Да любой. Просто у меня два подска. Два подска. А долго будут они спариваться там все дела? Нет, минут две, минуту. Ладно, давай я здесь постою. Не подглядывай. Отключила. Все, сейчас 3, 9, 5, 1. Быстро, меньше минуты.